вышла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, она в какой-то пленке такой овальнообразной вокруг него. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Мариса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Мариса поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Мариса. Интересуемся, готов ли он к проверке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Но он там кивает внутри этой пленки. Я даю команду сканера. Сейчас сканирует Мариса. Отключает эту пленку вокруг него вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами и сопутствующими энергиями. Все это выходит из его биоробота и отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Но у него на макушке закреплена, и сканер ее отключает. И она как юбка падает к ногам, просто у него перемещается. В клетку, да? В клетку. Хорошо. Скажешь, когда это закончится? Закончилось, у него голова болит от нее, макушка. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Мариса под ногами 360 градусов вокруг него. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы, ответственные за подключки воздействия энергии, притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мариса, находит все. В общем, это накидка, я не знаю, как ее называть. Это пленка овальная, которая была. Да. Он от нее какие-то лекарства получал и был под воздействием. А так у него ничего больше нет. Откуда эта пленка пришла? Выстраиваем канал сейчас от этой пленки к ответственным. 1, 2, 3. И притягивай всех ответственных, которые связаны по каналам с этой пленкой. 1, 2, 3. Стоят в клетке. Это гуманоид, он его, значит, эта пленка как мешок, он его затянул на голове, да. Понятно. Хорошо, снимается маски и голограммы, гуманоид предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Если он с кем-то связан, выстраивай канал, притягивай всех остальных ответственных. Да, будет так, а так и есть, стоят в клетке. Это драк белый. Белый дракон, отлично. Белый дракон замер в клетке. Он не дракон, он драк. Драк. Рептилоид. Считай цифры у него над головой. 682. Ну, отлично. Хорошо. Откуда гуманоид? С Нибиру я. И кто ты с Нибиру? Кем ты являешься? Ловец душ. Ловец душ. Отлично. Затянул уже свой мешочек над ним. И где твой затянутый мешочек? Покажи мне, пожалуйста, где он находится. В клетке рядом с ним. Ну так на ком ты затянул его? Этот мешочек сегодня будет используем по назначению. Сколько процентов энергии ты воровал и какая цель этой подключки была? Спрашиваю гуманоида. Я же сказал, душа затянул его. Затянул его. Ты работал по заказу, я тебя спрашиваю. Да. Кто тебе дал заказ? Белый драк? Да. Хорошо. На каком основании белый драк ты устраиваешь этот беспредел? Нужен мне работник. Ты считаешь вот это оправданием каким-то? Был бы не он, был бы кто-то другой. Меня интересует этот конкретный случай. Тебе нужен работник? Ты об этом? Да, не было на него направлено специально. Но если ты находишься здесь, значит, было направлено специально. Хорошо, уважаемые, белый драк и гуманоид. У меня для вас есть печальная новость. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Я сегодня намерен вам доказать, что наша цивилизация не является подопытной для вас. И мы готовы защищаться и уничтожать вас. Неподобное, но легко досягаемое. Это уже никто не узнает. Пока еще досягаемое. Но ты уже вряд ли кому-то это сможешь рассказать. Вот такие перспективы вас сегодня ожидают. Гуманоид, хочешь прокомментировать? А ловчу в полицию сдай. А с каких пор ты... Не договориться можно. А с каких пор ты выбираешь? Тут еще надо понять, поступишь ты туда или нет. По степени вины твоей. Тогда еще дойти надо, белый драк. Прокомментируйте, а есть какие-то возражения, вопросы? Я тебе отвечу. У меня нет никаких вопросов. Я сделал заказ. Он его исполнил. Хорошо, заказчик и исполнитель находится в клетке. Сколько находился гуманоид с этой пленкой в биополе? 15 дней. 15? Гуманоид, 13 пленка.
И гуманоид 13. Понятно. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Мариса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также к этой пленке овальной. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марису. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Но там идут мысли нехорошие, депрессивные, суицидные, к пленке. Выдави с него еще вот это лекарство, слово идет. Включая внутренний белый свет Марису, 1, 2, 3, этим внутренним белым светом выдалит все на чистоте этого лекарства. Да, будет так, а так и есть, свет пошел, выходит это все, до последней частички формируется в шар. Это они его отравляли или что? Да, это как, чтобы он был полностью подчинен мыслях и физически. Хорошо. Не хотел ничего делать. Угу. Хорошо, шар выходит. Хорошо. Открывая под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. В час 30 и в 4 часа утра Марис постоянно просыпался. Кто был ответственным за это? Режим они ему поставили. Кто поставил? Гуманоид поставил пленку в этот режим, полностью управлял ими. Как... Но он, как уже сказал, он хотел его забрать. Они его готовили. Ну, суицидные мысли ему внушали. Закрывали от мира этой пленкой. Так это Ревер был... закончится. Отлично. Это был гуманоид, который ему, так сказать, это делал, да? В час 34. Гуманоид установил пленку. Эта пленка срабатывала в час 30 и 4 часа утра. Хорошо. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Мари забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Мари себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое обратно. Они у него забрали самоуважение. Оба. Пленки идут. К пленке возвращается, понятно. От этого белого драка нету канала. Я думаю, гуманоид, ты заслужил 500 тысяч герц удар. 1, 2, 3, удар. Ну, ему руки задело бок. Он говорит всегда, гуманоид виноват. Кто это делал? Гуманоид? Значит, гуманоид будет отвечать. Все. Почему всегда? Ты программировал оболочку, ты. Сколько процентов энергии, считая информацию, забирала эта оболочка? Она у него душу вытягивала, 54% энергии. Душа плюс 54% энергии. Отлично, хорошо. Ждем окончания реверса. У него нет уверенности абсолютно. Самоуважение, радости. Вот это все к нему сейчас возвращается. Отлично, хорошо. Надежды на будущее нет. То есть они его уничтожали полностью морально. Посмотрим, как они будут в конце сеанса выглядеть. Он не хочет бороться. Не хотел. Вот это все к нему идет по каналу назад. Они его безвольным делали, да? Ни желания, ни на что нет. Продолжать что-то. И бороться. Так, жить. Нежелание. 54% души. Готово. Отлично. Даю команду на рассинхронизацию Мариса с гуманоидом, драгом и этой пленкой на счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Он сейчас как очнулся, говорит, что это я так духом упал. Я не знаю, Марис. Вам помогли, скорее всего. И вот те виновники сейчас стоят здесь в клетке. Готово. Даю команду, включая внутренний белый свет Марису, этим светом выдалит из себя все негативные патогены низковибрационной энергии, остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет, энергия выходит, формируется в шар. Весь яд выходит. Говорит, какие навязчивые мысли они мне внушали. Вышел небольшой шар. Открывая под ним портал галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Марису, помогаю моей энергией сжечь все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, открывая портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. А канал с этой не отбился? С этой пленкой, как я называю? Канал не отбился. Если там еще что-то есть его. Хорошо. Выстраиваю прямой канал к
этой пленки от Мариса. 1, 2, 3. И реверсом забираю все на 4 мощным потоком назад. 1, 2, 3. Пошел поток. Но ему частички души вернулись. Свет пришел. Вот этот дух, что он говорит, как стержень внутрь зашел. У него светлый. Готово. Все вернулось? Отлично. Да. Считаю до 3, сжигаю этот канал. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Отлетел. Сейчас, да. Открывая портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Даю команду сканеру. Сканер просканирует сейчас Мариса на полноту души. Пошел процесс. У вас 101%. Все вернули. Хорошо, отлично. Даю команду. На счет 3 эту оболочку, пленку перепрограммирую под себя. Одеваю ее сейчас на гуманоида. 1, 2, 3. Не может снять. И на счет 3 начинает работать эта пленка с точно такой же программой, как была настроена на Мариса. На нежелание, на отток 54% души, на отток всех энергий ровно до 100%, сколько она принесла ущерба Марису. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Его ломает внутри. Ждем до 100%. Все, что он... В нем изменения идут внутренние. Бывает. Напал на колени и просит остановить. Отключаю. Останавливаю процесс. Снимаю эту пленку. Одеваю ее сейчас на белого драга. 1, 2, 3. Точно с этой программой. 54%. Забираем, сколько он забирал. Забираем. Кричит, что он ни при чем. Да, будет так. Это не мои методы исполнения. Ты дал заказ, ты ответственен за это. Пошел процесс. Он останавливает. Влад, отбей ему желание остановить процесс. Он говорит, не наживай себе врага. Я тебя уничтожу сейчас. Отключаю этот процесс. Он рептилоид. Хорошо, рептилоид. Значит, тогда ты получишь от меня живую плазму. И на этом закончатся все разговоры. В моих руках появляется шар говорит, живой подумай, плазмы. Хорошо, я не заслужил живой плазмы. Ты мне только что угрожал? Я никому здесь не угрожаю. Я не в том положении, чтобы угрожать. Ты мне сказала насчет наживать врага, так ты уже нажил врага. Ты хочешь продолжение этой истории? Я ее сейчас закончу здесь, раз и навсегда. Кто тебе давал вообще разрешение охоту устраивать на людские души? Почувствовал себя сверхрасой? Ну, вообще-то разрешение есть. От кого? У тебя есть контракт с ним? Высших уровней структур. Ваших и наших. У меня нет выше уровней структур, чем Отец-Творец. Абсолют. Вот моя структура. Те законы, которые ты сам себе выдумываешь, меня не интересуют. Он тебе не давал разрешения на то, чтобы ты входил в его биополе или посылал к нему наемного? Я не входил к нему в биополе. 54% души ты украл. Ты что, паразит? Ты думаешь, тебе это так пройдет? Впредь будем проверять, чтобы не попадать таким, как вы. Не будешь ты этого проверять. Получает удар 500 тысяч герц. Удар. Вы просто не будете в матрицу заходить и останетесь на своем поганом уровне, своей цивилизации. Даже если ты белый, ты для меня никакой роли не играет твой цвет. Получил он удар, Вера? Он получил удар, да. Отлично. Снимаю эту пленку, отправляю в соседнюю клетку тюрьму. Хорошо, спрашиваю Мариса. Марис, что вы хотите с этими паразитами сделать? Он не знает. Он спрашивает, что делает в таких случаях. Ну, если вы не знаете, что делать, тогда мы сделаем, отдадим их инстанции выше, которая будет с ними дальше разбираться. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь белый драк и гуманоид с Нибиру. 54% откачка энергии. Убивали действительно со страшной силой. Все вернули назад. Дали прочувствовать, как оно на себе ощущается. Гуманоид, вижу, пострадал немножко. Он получил, прочувствовал на себе, как работает его оболочка, которая устраивала этот беспредел в человеке, не давая ему жить. Мы очень быстро остановили. Экологично. Забираем оболочку. Думаю, останутся у них воспоминания. Благодарю тебя, Али. Оболочку уничтожаем, да? Если все вывели, да.
Да, все вывели, все забрали, все отстегнули. Открывая портал в галактической дроп от этой оболочки 1, 2, 3. И эта оболочка уходит на свою чистоту. И эта оболочка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово, их забрали тоже. Хорошо, клетка пустая должна быть, да? Да. Отлично, хорошо. Давай заправим сейчас Мариса энергиями и поднимем вибрации. Посмотри, сколько ему нужно энергии, какая частая вибрация. 320, 25. На счет 3 макушку головы Мариса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Знаешь, вот тонкая копия хочет передать ему какие-то слова. Он говорит, что в жизни много всего интересного. Например, то, что происходит в этой комнате диагностики. Нужно посмотреть вокруг и не зацикливаться на одном. Хорошо. Это слова для Мариса. Мы передали. Это его тонкая копия пыталась достучаться до своего биоробота. Говорит, что если он заинтересуется, я расскажу больше. Закончился закачка энергии. Отлично. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Марис, мы закончили. Как вы себя чувствуете? Живым. Больше к вам никто уже не придет. Это редкий, полным энергии. Да, это редкий такой случай, можно сказать, что или у вас такие особые энергии, которые им по вкусу пришлись, но это было серьезное нападение. Есть такое. Да, и мы это все убрали. Не забывайте защищать свои энергии, выставляйте меркабу, сбрасывайте негатив, поднимайте энергии, вибрации и держите контроль в голове. Вы хозяин ситуации, и никто не решает за вас ничего, кроме вас самого. Хорошо. Благодарю вас. Во благо. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Мариса в систему биоробот-душа, заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.